Роберт открыл в центре столицы ресторан грузинской кухни. Известная певица Диана Гурцкая, как известно, ярая сторонница всевозможных диет. Певица следит за своим весом. После 6 часов она никогда не кушает. При этом ее холодильник всегда набит продуктами. Дело в том, что к Гурцкой часто приходят гости, и популярная исполнительница угощает их разными блюдами. Однако недавно Диана Гурцкая все-таки сорвалась. Она посетила ресторан грузинской кухни в центре столицы. Заведение открыл ее старший брат Роберт. Во время презентации ресторана Гурцкая дегустировала хачапури и ларджи. Она пила хорошее грузинское вино. Теперь певице понадобится немало времени, чтобы вернуть былую стройность. Добавим, что вместе с Дианой на открытии ресторана побывал ее близкий друг, музыкант Марк Тишман. Он признался, что они с Гурцкой нарушили все правила питания. Он считает, что грузинская кухня – достояние мировой культуры, поэтому советует всем пробовать настоящие грузинские блюда, сообщает портал 7 дней. Отметим, что Диана Гурцкая уже много лет является одной из самых популярных исполнительниц на российской сцене. Певица с рождения незряча, однако это обстоятельство нисколько ее не смущает. Звезда смогла завоевать миллионы поклонников. Она отмечала не раз в беседе с журналистами, что для человека не существует никаких преград. Просто каждый должен поставить перед собой цель в жизни и идти к ней. Сама Гурцкая безмерно счастлива, как складывается ее жизнь.